Городская среда – понятие, детальному изучению которого сегодня уделяется большое внимание, ведь от того, насколько комфортно человеку в окружающем пространстве, зависит его психологическое самочувствие и, как следствие, эффективность труда. Последние десятилетия архитекторы областного центра активно изучали зарубежный опыт планирования и пришли к выводу – будущее Бреста за Хьюге, известная скандинавская философия о комфорте, уюте и гармонии с собой, может быть применима даже в условиях урбанизации. Мы сегодня, например, разработали со студентами технического университета концепцию, как очистить улицу Советскую, либо ее причесать, привести в порядок, например, в отношении рекламы. Много уделяется очень внимания сегодня благоустройству, озеленению. Появляются, скажу без преувеличения, что у нас ежегодно прибавляется в городе сквер, появляется, а то и два. Набережная, городской сад, озеленение, например, по Волгоградской, Северный городок, сквер Библии. Сейчас есть эскиз сквер Пушкина. Быстрые темпы строительства жилья не всегда позволяли уделять больше времени креативности, разрабатывать проекты необычных зон отдыха и парков, площадок для детей. Сегодня это время настало. Все больше в Бресте становится интересных мест, где с удовольствием и не раз бывают не только горожане, но и туристы. В рамках подготовки города к тысячелетию список арт-достопримечательностей активно дополняют новые. В числе последних – композиции у центра Брест-Деловой с изображениями национального орнамента, герба города и эмблемы миллениума, солнечные часы на набережной, необычный календарь у железнодорожного вокзала. Все это вносит в архитектурное пространство новые яркие нотки. Благоустройство такое средовое, оно создает уют. Уют и какой-то, может быть, комфорт и внимание к деталям, к среде. Есть такое целое направление – дизайн архитектурной среды. Поэтому вот мы работаем в этом направлении. В год тысячелетия свое внимание Бресту стараются оказать и гости из-за рубежа, так как тысячелетие областного центра совпало с 220-летием со дня рождения выдающегося классика Александра Пушкина, областной центр от российских коллег получил сразу два памятных подарка – бюст поэта, увидеть его можно в фойе библиотеки, носящей имя классика, а также памятник. Его совсем скоро установят у стен Пушкинского университета. Делегация из Ингушетии предложила помощь в реконструкции парка в микрорайоне Южный. Проектная документация сейчас проходит утверждение. Необычный подарок подготовили дипломаты Казахстана. Посольство Казахстана, значит, от города Нур-Султан хотят подарить городу композицию «Байтерек» – «Дерево жизни». Это символ Казахстана, Астаны, Нур-Султана, который стоит в центре города. Вот. И мы планируем его установить в одном из колец на бульваре Космонавтов, тоже как вот напоминание о дружбе с казахами. Таким образом, Брест вновь становится местом встречи разных народов и национальностей, так же, как это было много лет назад. О поликонфессиональной дружбе, продолжавшейся столетиями, сегодня говорят надписи, найденные недавно при реконструкции домов по улице 17 сентября. Их реставрацией занимается руководитель областной организации художников Павел Рябов. На первых этажах находились различные мануфактуры и магазины с вывесками на польском и идиш. Была сначала кирпичная стенка, да, потом она была побелена каким-то одним цветом, потом была разукрашена. Не раскрашено, разлинеенные кирпичи были. То есть так немножко смешно даже, разлинеенные кирпичи по белке. Вот. Потом следующая побелка. То есть каждый хозяин, видно, под себя делал это все для себя. Вот. И потом на каком-то слое возникли эти надписи рекламные. Но это тоже не все. Они периодически менялись, видно, хозяева магазина менялись. Вот. То есть там заметно, что разные наслоения, разные буквы там где-то. Вот. Ну, работа просто чисто исследовательская, очень интересная. Скорее всего, надписи на домах были сделаны сажей с добавлением специальных ингредиентов, которые позволили вывескам сохраниться до наших дней. Участки закрашивать не будут, оставят как историческую память, как арт-объект, связь прошлого и настоящего в обычной городской среде. Конечно, все сохранить фрагменты, наверное, это нереально, и, наверное, не было смысла в этом. Но, по крайней мере, показать, что этот период истории у нас был, что эти существовали магазины, эти надписи были рекламные. Вот. Я думаю, что это очень здорово, это правильно. Чуть больше месяца отделяют горожан от большого события – празднования тысячелетия, путь к которому был непростым, но очень интересным. На всех этапах своего становления Брест развивался и менялся в соответствии с требованиями времени и при этом оставался открытым и дружелюбным для гостей. Этот же посыл перейдет с ним и в новое тысячелетие.